Итак, всем привет. Начинаем наш вечерний каст. Это игра The Defense. NATO Svincer против 25 Gaming — это бывший The Nation, насколько я помню. Седой, Stellaner и так далее. Сходу банит Магнуса, банит Батрайдера, банит Ланая. Сильных самых героев. Батрайдер, Ланая — очень сильные соло мид герои. Очень сложно против них стоять. Да, хотелось бы заметить, кто смотрит через YouTube, я сделал новый канал. Это будет последнее видео на старом канале. Ссылка будет в описании видео, если что. Пожалуйста, переподписывайтесь. Так, ждем последний бан на Нави. Забанил лайфстилера. Видимо, они что-то знают про него. Ждем первый пик. Взяли Баунти Хантера, самый частый первый пик. Отвечает им сразу Дарксиром, Виспом, Нави. Баунти Хантер — сильный соло лейнер. Из-за его невидимости может просто ходить Shadow Walk, если что. Queen of Pain — сильный мид-герой. Инф пару ели Шрак. Будет саппортить, помогать пушить своим Диаболик Эдиктом ТВР. Очень быстро бан проходит, к счастью. Очень этим доволен. House Knight в компании Квиспу. Видимо, Нави насмотрелись на все эти связочки. В последние дни буквально в каждой игре House Knight, Висп, Висп, Тинник. Ходит, бегает, убивает всех. Очень активно играют. Иногда получается, иногда нет. Решили, видимо, сами попробовать. Висп — сильный такой саппорт как раз вот для таких убивающих героев. Он связывает их своим тезером, тезерлинком. Дает ему в спид бонус, ну и, собственно, просто наскакивает, убивают. House Knight тоже, в принципе, понятно. Он сильный такой кэрри, который может застанить. Рандомный стан у него может и на 4 секунды прокнуть, может на 2. Притягивает к себе и просто бьет. Очень больно бьет. Дальше пошли баны, забанили Свена, кэрри, весьма сильный кэрри, забанили Энигму, джанглера. Лайнапы, ну, более-менее очевидно, пока что более-менее понятно, как бы, что собираются делать. Queen of Pain пойдет на миту 25, команда 25. Bounty Hunter, скорее всего, пойдет в сложную линию стоять соло против кого-то. Ну, или Шрак пойдет в 3 лейн. То есть им осталось саппорт взять, осталось взять кэрри. У Нави видим, что Висп, House Knight, есть связка, могут пойти как на оффлейн, так и на мид. Очень часто видим их на миде. Дарксир практически на любой лейн может пойти, как соло, так и на мид его вчера водили. Очень часто, позавчера тоже мы видели тимлика, то его водили на мид. Может в джунгли пойти, в лес. Банит Джакир, Keeper of the Light, самых таких популярных саппортов. Shadow Demon тоже ходит в бан. Ну и Герокоптер. Берут Никс Ассасин вторым саппортом. Тоже, я смотрю, он приобрел популярность. Стал одним из самых наиболее частых посетителей наших кастов. Очень сильно он может играть против оффлейнеров. Выжигаем всю ману, чтобы у них не было маны на эскейп, и просто станет, ченит станы и убивают. У Лишрака есть АУЕ стан, у этого парня тоже АУЕ стан. Урона достаточно. Смотрит Нави, кого взять соло мид, либо соло, либо саппорта. Может, даже джанглер какой-нибудь возьмут, сейчас видно будет.
Пошло резервное время, у них 45 секунд осталось. Ну и прямо они задумались. Выбор довольно... Ну, скажем, есть из чего выбрать. Не все плохо. Конечно, много сильных героев ушло в бан. Виндранер. Взяли ВР-ку как сильного флэнера. Будет пытаться фармить, пытаться простреливать издалека крипов. Хоть что-то нафармить, чтобы в случае чего есть эскейп виндран. Можно будет быстро убежать. Хотя, конечно, весьма сомнительно, что против Никс Ассасин с Лешаком это получится провернуть. Если ману он ей пожгет моноберном, может быть трагичным ситуацией. Скажите, если у кого-то еще лагает, там в чате пишут, что стрим немного подлагивает. Последний пик остался у команды 25. Вот так вот они зашли, берут Faceless Void, очень сильный кэрри. Если дать ему немного времени свободно пофармить, поубивать крипов, позарабатывать золото. Начинает просто уничтожать вражескую команду. Посмотрим, дадут ли Нави ему пространство для этого. Нави тоже думают, хватит ли им хаос кнайта с виспом или кого-то еще им надо. Чтобы совладать с этим войдом, с кучей его саппортов. Взяли вот Эгвенжа Фулл Спирит как саппорта. Сходу дисконнект. Команда 25. Непонятно, надеюсь, не будет ремейка. Надеюсь, он быстро вернется. Посмотрим, как пойдут по лейнам Na'Vi. В принципе, у них такой 3-лейн. Висп, Хаус Кнайт, Виндранер. Виндранер может и ромить. Уже двое вылетело. Просит ремейк. Да, что-то как-то, по-моему, подлагивает в плане FPS. Ладно, ставлю заглушку сейчас, посмотрим, что там. Что там как.
Так, возвращаемся мы. После ремейка Natus Vincere против команды 25 The Defense. Это режим All Peak, то есть они уже до этого напикали, сделали ремейк, потому что кто-то вылетел, сервер был очень медленный. Все лагало у всех. Смотрим пики. Впрочем, ладно, сейчас они разберут героев. Как раз представим всех по очереди. Сразу будет видно, кто куда идет. Хотелось бы опять напомнить, что кто смотрит записи через YouTube, что был сделан новый канал, будет ссылка на новый канал в описании вот к этому видео. Переподписывайтесь. Старый канал обновляться больше не будет. Так, надеюсь, больше у нас дисконнектов не будет. Смотрим. Стрелянер играет на Никс Ассасине. Нюбик, Кэрри, стендин у них на Фейслис Войде. ZXC играет на Queen of Pain. S-Queen играет на Лишаке. И, собственно, Седой на Баунти Хантере. Нави идут уже в свой лес. Дэнди на Виндранер, видимо, пойдет на мид ей. Арсар, так, Асмайл играет на Vengeful Spirit. Пупей на USP, Light of Heaven, Dark Seer. Ну и хвост на Хаус Кнайте. Вбегают они, пытаются спасти свой пул от Варда, но здесь никого нет. Пока что. Да и не будет, собственно. Ребята как-то не уверены, по одному, по двое ходят, пошли в свой лес смотреть. Если бы на сюда в пятером зашли, была бы бойня здесь, просто уничтожили бы они их. Пауза. Надеюсь, с сервером все нормально. Что не будет у нас больше ремейков. Сходу отжимает без предупреждений. Седой Баунти Хантер здесь смотрит трону. Опять у меня сербы стреляются за окном, какие-то взрывы слышны. Поставили себе Нави вард. Видимо, ожидали агрессивный трейлейн, но нет. У них самих слишком сильный трейлейн свой Vengeful Spirit. Висп и Хаус Кнайт, это очень мощная тема. Смайл берет ДД, идет на топ. Бонс кого-то пытается выследить. Не знаю, заметил он Light of Heaven или нет. Light of Heaven, видимо, будет в джунглях стоять. Накупил себе кучу регена. Щиток. Видимо, Bounty Hunter будет им пытаться сейчас мешать убивать вот этих вот крипов. Тем временем Дэнди встречается с Queen of Pain. Queen of Pain уже половина хп, она кинула ему дагер. Более-менее пытаются друг друга харасить. Приходит Никс Ассасин ей на помощь. Они понимают, что на нижнем лейне никого не будет совершенно, поэтому можно героев раскидать по лейнам более эффективно. Седой сидит, смотрит, как Дарксир убивает. Съел дерево, ушел в невидимость. Но я думаю, Дарксир заметил это. Подрезал одного крипа. Большого, по-моему. Пытается харасить. Довольно опасно здесь Light of Heaven ходит. У него суржа нет еще. Могу просто устроить PvP ему. Bounty Hunter. Дэнди пытается, отгоняет Queen of Pain, форсит блинк ей. Выбивает из нее танка последнего, каждого по одному танка осталось. Тут приходит Bounty Hunter, вот это не ожидал этого Дэнди, видимо сейчас они его таки зарежут. Вовремя включает Виндран, спадает с него как раз, последний тик у него был вот этого Shadow Strike. Выживает буквально на последних хп, получает сходу танка от Darkseer. Выживает, как минимум. Здесь трейлейн стоит, здесь стоит Лишак, стоит Никс, они теряют время, если можно сказать. Можно было послать кого-то на другой лейн. Происходит здесь какой-то сход прям, товарищи. Пришел еще и Висп на мид. Ну, Баунти Хантер уходит, респаун видел, понимает, что куча людей, Дэнди отпился уже. Напряжение спадает. Войд фрифармит, 15 скрипов у него, впрочем, как и у Хаус Кнайта, Хаус Кнайта 16.
эти ребята продолжают воевать на миде. Меняются автоатаками, шэдоу-страйками. Стягивают Баунти Хантера. Дают им двухсекундный стан, ставят центры. Хвост берет Ферблад. Отлично, набросились на него под вышкой. Успели подстанить, пока он не ушел на невидимость. Ну и доквыряли, собственно. У Смайла есть просветка, в случае чего. Что, я думаю, еще несколько раз они его здесь увидят, если будут неосторожны. Тем временем у Дэнди с Queen of Pain здесь напряженная прям обстановка. Все постоянно на пол хп ходят. Птичка висит, ждет, когда я бутылку засуну Дэнди. Ждет, когда пропадет у нее кинжал из спины, скажем так. Перестанет дамажить, вот она выпивает последний чарж, засовывает бутылочку. Птичку отправляет на базу заполнить бутылку из фонтана. Дарксир здесь терпит. Крипы очень сильные. Сейчас будет 4-минутная урона. Пупей уже пошел на ее поиски. Заодно, видимо, вард пошел втыкать куда-то. Ждет он руну. Руна появляется снизу, это хоста. Может быть, довольно важная руна. Идет за ней Queen of Pain. Как-то. Вот как раз получает она бутылку, отпивается по пути. Дэнди бутылка на базе. Руну смотреть он даже не стал, зачем. Ну и, собственно, с этой руной я не знаю, что она сделает, раз что попробовать на его виндранера задавить, но... Задумка слегка сомнительная, скажем так. Идти на этот трейлейн, так они еще и сами убьют. У них здесь миллион станов просто. Стан у Винги, Magic Missile. Стан тезера у Виспа. Связывается, перерезает юниты связкой. Ну и у House Knight появляется третий уровень стана, который может нарандомиться 4-секундный стан, и это в большинстве случаев верная смерть просто-напросто. Сюда дальше пошел по лесам ходить, нашел Виспа. Queen of Pain тем временем влетает на Дэнди. Кричит на Дэнди, кидает ему дагер опять в спину. Прилетает птичка, как птичку вот не забрали. Гонится за Дэнди, у Дэнди не остается хп, убивает его. Замешкался он с курьером, как-то он прям пошел. Лучше бы за вышкой бежал. Ну да ладно. Здесь у товарища Hand of Midas уже. Скоро у него будет еще больше золота из-за этого. Смотрим, что у House Knight. У House Knight пока что только Power Threads. Бьют они Tower. Хоть и не пушеры, но в итоге доковыряют потихонечку, полигонечку. Забирает House Knight первую вышку. Здесь Tower пока еще целый, то есть меняться они даже не смогут, в принципе. И сплетает, использовал Dust куда-то. Видимо, в прошлый раз еще. Находит невидимость. Стоит на ней просто телом. Нет, на всякий случай, мало ли Bounty Hunter здесь будет ходить. Дожидается Дэнди. Ну, видимо, появляется у них... Нет, видимо, не появляется. Висп пришел просто получить экспириенс, чтобы как можно быстрее получить 6-й уровень. Начать летать туда-сюда. Надо им что-то делать с Вайдом. У Вайда уже 7-й уровень. Куча денег. Можно включить уже Networks. У House Knight немного повыше из-за вышки, которую он добил, но... Ну, у Вайда есть Midas. Он очень быстро сейчас разгонится. Он просто 190 золота вот каждый кулдаун получает. Дэнди инвиз пока не включает. Стоит инзе. Видимо, решил оставить на всякий случай. В прошлый раз его... Пригодился бы инвиз в прошлый раз. Прилетает Bounty Hunter. Опять, видимо, будет... Терроризирует Дэнди, у которого уже пол хп. И вроде бы и надо отпиться, а инвиз жалко тратится. Баунти 4-й уровень, пока что трека нет. Дает Крис, сдувает просто сквапа Sonic Wave. Как раз она уже 7-го уровня, впрочем, пора бы уже. Думаю, Дэнди не рад такому раскладу. Нужно что-то с этим делать.
То есть им как бы надо и Вайда напрягать, и с другой стороны они уже и мид более-менее проигрывают. Единственная радость, что Хвост прифармит. Хвоста все хорошо, он купил себе барабан. Арктир вроде тоже все неплохо. Как минимум, если Лоринг сейчас уже ботинок купит. Смайл крадется под носом у Queen of Pain Regeneration, очень рассчитывал на эту рону, видимо. Ходит с пустой бутылкой. Баунти стоит, ждет свой 6 уровень. Босс не дает ему динайт крипов всех подряд. Эти ребята продолжают стоять в лесу, делать запулы, двойные запулы. Постоянно линию отпушивают своему войду под вышку. Не уверен, что ему это нравится, учитывая, что здесь уже Дарксир пришел и начал кидать Айон Шелла. Очень больно фармить становится таких крипов. $700 войд уже. Дэнди подпушил чуть-чуть лейн, обозначил, что на мид ведется атака, сейчас кто-то сюда придет. Это кто-то Сталиальнер, 5 уровень пока что только получил, ждет свой 6, получает опыт. Тем временем Висп с Хаускнайтом убивает Баунти Хантера. Не успевает реагировать даже, очень быстро они его убили. Трое команды Radiant на миде. Смотрит, пытается понять, сколько здесь народу. С команды Na'Vi. Ставит центр, ставит обсервер вард. Убивает вражеский вард. Да не понимает, что сейчас что-то начнется. Лишрак показал себя, у Лишрака не в качестве Диаболик Эдикта. То есть пушить он не может, он... У него есть молния только. Может понюкать немного крипов. Дэнди нашел хосту, бежит на бот. Идет Вайда стрелять. Посмотрим, удастся ли ему это. Ох, отлично связал. Немножко хп оставляет. Войд прыгает, ставит хроносферу. Вышку, к сожалению, тоже поставил. Вышка не атакует, но он и так его убьет. Опрометчиво весьма. Думаю, хватит ему урона с пауэршота, Дэнди. Здесь Дарксир пытался им помочь. Его догнали баунти с Queen of Pain. Потратили Sonic Wave, ну как бы. Kill есть kill. Не жалко, ну такое. Смайл принес свой центровард и убил вражеский. Ну и собственно 11 минута, счет 4-2. Небольшой адвантаж по экспириенсу радиантов. По золоту, но более-менее 500 голды, я думаю, сейчас они сравняются. Напомню, это best of one. Смайл идет ставить центр, видимо, или куда-то просто перемещается на бот. За ним ходит Баунти Хантер, выслеживает, сейчас будет его. Ковыряется. Не стал довершать начатое, кинул трек, ушел. Понял, что долго времени займет, пока что у него довольно мало урона, у него только ботиночек Вант Пармен Шилд. Никса тоже ботинок, практически аркантапок уже есть. 20 золота осталось ему. Здесь ПТ Вант, бутылка, тоже пока ничего нет. Дэнди Фейсбутс Вант. Собственно, самые богачи здесь. Товарищ Хаус Кнайт с барабаном, хоть его и убили недавно, вот уже купил рецепт БКБ свой, Black Ken Bar. И Войд, который после килла Дэнди просто взял, купил Персеверанс себе. Делает свой Battle Fury. Ест крипов Hand of Midas'ом. Смайл расставил варды, видимо, что они сейчас будут на бой предпринимать, какая-то инфекция намечается здесь. В то же время враги прессуют мид здесь. Ходит лишь рак, пытается обижать Смайла, чуть не убил Смайла. Может и убьет, кстати, при этом. Решил он постанется, убежать.
У Лешкака есть смог, есть ботинок, тоже ждет свой аркантап через 50 золота. Нюкс решил купить урну вместо тапка. Тоже, в принципе, нормальное решение. Здесь уже есть Бродсворд. То есть до Battle Fury осталось уже практически всего ничего. 1400 золота, даже 1300 уже. И после этого он начнет флешфармить просто и по лесам, и по полям. И очень быстро встанет реальной проблемой. Очень зря, кстати, Нави так не обращает на него внимания. Прям классическая игра против Faceless Void намечается. Но, видимо, не считает его такой проблемой. Видимо, есть у них мысль, как с этим совладать. Надеется, что переиграет как. Опять же, хвост у них точно так же фармит, так что, то есть, пока все не так тяжко. Вокруг мида просто практически вся команда радиантов смотрит на Дэнди. Кидает его на стане, аптрекивает, сдувает Соник Вейвом опять. Не пожалели ничего, прилетает Висп. Один. Здесь станет Лешака, не знаю, хватит ему урона. Хватило урона, убили. Висп ловит трек, сейчас летит обратно, уже 5 секунд осталось. Ультимейт его. Здесь Light of Heaven ловит Void. Бьет Rocket Bash. Умирает Dark Tear. Ну и, собственно, остается 400 золота до Battle Fury. Минус на 15, 15 с половиной, оно к нему и пролетит. Как-то не особо передвигается пока Нави. Играет довольно пассивно. Довольно странно. Вроде бы и лайнап позволяет, что уже и ВР-ка может бегать по всем лейнам. Да и Хаус Кнайта больше, вот он, видимо, ждет своего БКБ наконец. Конечно, мог бы в хроносферу поставить с этим БКБ и не таким оно и полезным окажется после этого. Опять трое на миде, двое из них невидимых. Ползет просто Никс Ассасин, дает Вендетту, дает стан. Врывает Queen of Pain и буквально из-под стана забирает свой килл с Queen of Pain. И забирает Антаур на миде сейчас, чувствую. Трайс Фортифай Нави, но никто не летит, никто не идет. Кто-то пролетает, это Хаус Кнайт. Винга отменил свой телепорт, Хаус Кнайт стягивает Нюкса, Нюкс прожимает спайк Керпас. Получает 4-секундный стан, к ним пытается врываться Висп. Лешрак станет хвоста, а Нюкс Ассасин. Тем временем Баунти подрезает Виспа. Добивает хвоста все-таки, он успевает забрать только Баунти Хантера. Убивает Light of Heaven. Нави очень много героев потеряли в этой стычке, очень как-то неаккуратно они опять. Дэнзи приходит, связывает Queen of Pain, простреливает, собирает с ним мега килл стрик, пытается донайт Тауэр. Посмотрим, получится ли у него это. Здесь вокруг ходит товарищи. Не успел. Лешрак быстрее него оказался, добил. Собрал себе 4500 золота. Висп влетает на мид. Пытается найти Аню Жука. Жук уже убежал. Прилетает седой, получается сходу стан. Ну и убегает, собственно говоря. Эти двое вылетают обратно и, собственно, ситуация рассасывается потихонечку. Дэнди понимает, что Тауэра нет, делать на миде особо нечего одному ему. Ну, сейчас его, видимо, найдет Войд. Думаю, не пожалеет он хроносферу. Вот, да. Забрал хосту и бьет. Убивает Виндранер. Не знаю, погонится ли он на хосте. Видит, что куча саппорта. Лол. Втягивает сам себя на клиф. Винга меняет его местом. К ней прыгает Войд. Меняется обратно местами. Очень забавно. Войд в очередной раз ловит стан. Теперь два товарища на клифе не знают, как выйти. Им есть дерево нечем. Приходит Queen of Pain и просто сдувает одного, стягивает другого. Стягивает House Knight, к ней притягивается, вылезает просто с клифа и убегает. Такой забавный момент сейчас вышел.
влетел раз, спасла его Винга, поменяла обратно, влетел два, оба остались, одна умерла, вторая убежала кое-как. Вайда так не убили, собственно, за Дэнди даже не отомстили там. Потратил вроде, да, один заряд потратил на БКБ хвост, 9 секунд у него следующий заряд будет. Light of Heaven здесь пытается сделать смеку свою, даже ботинок не грозит. Остался буквально 2 сотни. Видимо, вот его как раз и ищет здесь. Queen of Pain, невидимость. Понимает, что он дело нечистое, убегает с оружия. Здесь Дэнди опять приходит, опять пытается обижать он Войда, в котором прилетел Mask of Madness. Он просто впрыгивает, включает Mask of Madness. Башит очень обильно Дэнди. Дэнди убивает прямо башен, прилетает к нему Пупей, как бы сейчас он сам не умер. Станет они Войда. От Mask of Madness он очень много урона получает, умирает, собирает с него Wisp Streak. 435 золота. Получает заряд, вернее, свой драгоценный. Смайл, похоже, умирает, у нее там Shadow Strike тикает. Да, добирает его лишь рак. Хвост вокруг меда, одиночка бегает. Не знает, куда податься. У них здесь Queen of Pain практически чуть ли не на базу уже заходит, в секретном магазине закупается персеверансом. Видимо, делает Линкин Сфер. Не хочет получать 4-секундные станы, но никак. Ну, помимо этого еще хватает таргет спеллов, так что, возможно, не лучшее решение. Нави собирается пушить бот. Просто бафнули. Есть мек, видимо, вот этого как раз они и ждали, чтобы начать все вместе ходить. Такой у них таймер. Не хватает им только Смайл, которого вот как раз убили, он идет только. Здесь прилетает Войд. Не успели его связать, связал Крипом вместо этого Дэнди. Выходит в лесу, хвост ищет жертву, но как бы это не вышло ему боком здесь. Поставили сентри, видит Никсана, он уже поставил хвост Арсарта. Влетает, Войд дает хроносферу на двоих, сход забривает хвоста, забривает Смайла. Гонится за Light of Heaven, Войд бежит дальше, за саппортами. Light of Heaven убивает, между тем связывает здесь Войда. Потихоньку уверяют, но он решает уйти. Так бы они его тут добили. Поменялись 3 в 0. Гонит дальше Дэнди Queen of Pain, ману у него очень мало. 300 маны, 350 в принципе должно хватить. Бежит дальше, Дэнди пытается отбиваться чем может, к нему летит Висп, но... Да. Добивает Дэнди Queen of Pain. Счет 19-7 уже. Ну и прям уничтожает, можно сказать. Опять прыгает, вводит, включает свой Mask of Madness, спермобашит людей. Смайл пытался убежать, застанет Войда, но... Ну не судьба уже. Хиляет турнови Войда. Можно Рошан уже потихоньку убивать. Из Battle Fury есть мом, есть 1600 золота, сейчас станет еще больше. Смотрим графики 21 минуты. Прям совсем не радужно все выглядит по голде, но... Практически 10 тысяч уже скоро будет. Нави жмутся к Тир 2 Тауэр. Прекрасно понимаю, что происходит, но ничего не поделать уже. Слишком долго они игнорировали эту Войда, но, собственно, напоролись на то, что... Что следовало ожидать. В общем, какие-то пассивные у них лейны были, что убили они Bounty Hunter, разочек запушили топ. И все, на этом дело закончилось. В то время как у Team 25 приходили на мид, буквально тысячи народов приходил... Bounty Hunter, приходил Никс. Дэнди они убивали. Ну а Войд, собственно, фрифармил сначала. У него там никого не было, потом приходили люди, но он еще и убивать умудрился. Купил себе уже кристаллис, сделает Бедаус. Собирает себе криты. И очень скоро он просто выйдет из-под контроля, уже 16 уровень.
12 тысяч нетворса. Дает ему тауэр лишь рак. Халявный просто 1500 золота получается. Ильшак делает себе БКБ, купил уже Огдуклак Мифрехаммер, остался мой рецепт. Нави пытается менять, видит, что к ним идут на тир 2, они берут тир 1 на боте. Light of Heaven добивает этот тавр. Здесь Хаус Кнайт с виспом пытается ловить Queen of Pain, но она умеет прыгать. Бежала. Включил релокейт, как-то он уже запоздал. В итоге все немного испортило, вместо того, чтобы наоборот убить ее. Вернутся они обратно, а здесь ребята уже практически барак пушат. Использует Fortify. Хвост бежит, он пока более-менее один, с другой стороны подходит Дэнди. Летит Смайл сюда, хвост использует ультимейт, делает клонов. Связывает Вайда Дэнди. Войд прыгает буквально прямо в лицо Хаус Кнайт, начинает его убивать просто. Убивает копик. Хаус Кнайт включает БКБ, доджит Sonic Wave, он выбивает Аегис из Войда. Queen of Pain Dominating добирает она Dark Zero. Раскидываются треки во все стороны, все затрекны практически. Прокает Линка от связки. Доджит стан. Отлично забейсил стан. Хоста у нее заканчивается, она на хосте бегала, там всех пытался убивать. Решает отойти без Аегиса, не хочет его драться. Попробовал свои силы, понял, что не хватило ему даже времени засолировать Хаус Кнайта за хроносферу. Он даже, по-моему, сперва не понял, он пытался иллюзию бить. Покупает блинк-даггер Никс Ассасин. Напрыгивать, инициировать, давать стан на людей. Если двоих-троих подловит на свой стан, то это будет просто замечательно. БКБ у Лишака. Золото просто больше, чем достаточно, учитывая, что все были за треками, кого они убивают. Ну, не все. Большинство. Убивает Виспа, убивает Хвоста, которые как-то неаккуратно пришли на мид. Ой, да, Демонедж уже. Иду дальше, у него еще и ДД, к тому же. То есть бьет он сейчас, но очень. Закончилось ДД. Заходит прямо наверх, убивает Смайла. ГГВП объявляет хвост, убивает. Ну, как-то такое. Что-то в последнее время Нави совсем расклеились. Слили Dignitas, слили Fnaticom, сливает сегодня Team 25, бывшим Z Nation, который, в принципе, насколько я помню, не самый сильный из команд. Смотрим, что у нас дальше. Дальше, по-моему, как раз опять же Нави будет против Свен Хантерс. Посмотрим, Свен Хантерс. Шведские парни. Вчера они побеждали Палсов. Смайл пытался подраться. Под конец все-таки убили его. До сих пор не ливает. Все ребята набивают фраги просто спонтанно. Заморозил фонтан хроносферой, убивает всех, кто остался там. И убивает их птичку напоследок, просто такой бич слап. Ну, ждем, пока донесут трон, будет табличка. Опять убивает Смайл. Ну все, заканчивается игра. Побеждает команда 25. Довольно неожиданно, я бы сказал. Ну и думаю, довольно скоро начнется следующий сейчас. Напишу, когда это все будет. Да, хотелось бы еще раз повторить, это будет последний вот этот вот матч Нави против Team 25, который будет на Ютубе на старом. Переходите на новый Ютуб, ссылка будет в описании.